Человек с гласной «я» в имени может наслаждаться собственными мыслями. Люди с буквы «я» в имени являются лидерами не по силе, а по уму. Звук «у» дает человеку активное воображение. Буква «г» дает носителю этого имени непредсказуемость и неожиданность. Буква «н» приносит в характер отрицание и сомнение. Звук «г» прямо направлен на экстрасенсорные способности. Подсознательно звук «е» в этом имени воспринимается спокойно, без раздражения. Они мечтают об упорядоченной и спокойной жизни, о заранее запланированном и лишенном неожиданности существовании. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «и», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. У обладателя этого имени может проявиться склонность менять часто партнеров, потому что они всегда находят в каждом то, чему можно придраться. Буква «у» в этом имени отвечает за гуманизм, хорошо развитое воображение и острую интуицию. Из таких людей, которые несут это имя, получаются стойкие революционеры. Размышление, обдумывание перед началом дела, ориентация на семью, готовность помочь, иногда капризность – вот истина этого имени. Звук «е» предполагает возможность нервных срывов на почве непростых взаимоотношений с близкими людьми. Если на предприятии раздали под участки землю, первым обнесет колышками свой газон тот, в чьем имени есть звук «д». Правда, сначала обнесет, а лишь потом задумается, в состоянии ли он эту землю обработать. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Владельцы этого имени всегда стремятся подняться на высший духовный уровень. Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. При совместимости с партнером лучшие отношения будут достигнуты, если в имени партнера есть хотя бы одна ударная гласная буква. Чем больше гласных будет в имени, тем более сильное понимание между ними будет возможно. Буква «Н» в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Владельцы этого имени в основном практики и трезвые реалисты, испытывают откровенную неприязнь к людям импульсивным, не сдержанным и неорганизованным. Владельцы этого имени всегда подумают, прежде чем начать действовать, но их действия в основном приводят к застою в делах. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способны достичь больших успехов. Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергичностью. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.